Добрый день, мои дорогие друзья, любители видеоигр. Это интернет-канал Максим Адзе, и мы продолжаем проходить игрушку под названием Angry Birds Chrome. Игра, которой уже в этом году исполнится 10 лет в мае. Так, короче, сегодня мы будем проходить эпизод под названием Hum Em Hi. Там должно быть еще 3 уровня, вот этих вот 3 значка. Сейчас одну минуточку, и я посмотрю, где. Сейчас посмотрим, на каких уровнях. Одну минутку. Angry Birds Chrome Dimensions. Блин, не туда нажал. Chrome Dimensions. Да что там за сообщение еще? Так, вот Hum Em Hi. На 12-м. На 2-м следующей локации, на 9-м еще 3-й локации. Понятно. Первый на 12-м. Ладно, погнали. 5-й эпизод из оригинального Angry Birds. Свиньи стали... Он два раза хрюкнул. Свиньи стали ковбоями. И именно с этим обновлением изменилось меню Angry Birds Chrome. Эпизоды разделились как бы на две страницы. На каждой странице 6 эпизодов. Вот как сейчас. Но двух эпизодов там не хватало. Именно с этим обновлением так стало. Меню таким стало. Так, на сообщение отвечу потом. Блин, вот в эту заразу так просто не попадешь. К сожалению, на этом эпизоде локация всего одна. Это вот это вот. Вот эти вот горы непонятные. В темное время суток. А так, тут как бы у эпизода 3 части, но все эти 3 части будут на одной и той же локации. Так что предыдущий эпизод был интереснее, чем этот. Но тем не менее, мы же должны пройти все. А еще нам их осталось 4. Этот... Мун Фестивал, Трикорд Рид и, конечно же, Chrome Dimensions. Ну, не очень как-то получилось сейчас. Ну и последний удар остался здесь.
Блин, я думал, он сдохнет. Я надеялся, что он сдохнет. Ну а в этот раз не бомбанул. Хороший удар. Так, вот попасть бы туда сейчас. Интересно, а это что за кнопка? А, это... Фиксировать эту панель или не фиксировать? Лучше не ставить этот замок, мешаться будет. Не долетает птица до туда. Блин, не получилось. Ой, что это с веревкой такое происходит? Это восьмой, да?
вчера, забыл сказать, все это время был стрим по «Как достать соседа». Но после «Как достать соседа» мы там еще ролики смешные смотрели. Большую часть из которых я не видел. Во время стрима мы также разговаривали про Angry Birds и вспомнили про Angry Birds Trilogy, которая вышла на консоли, в том числе и на Wii, Nintendo Wii, в которой можно на Dolphin поиграть. Я в такую игру обязательно поиграю на своем канале, как-нибудь, пожалуй. Стрим реально веселый получился. Это 11-й, то есть на следующем уже будет логотип. И это хорошо. Да блин. Меня это раздражает, а? Когда кто-то остается один, блин. Да блин, что-то сложно немного. Пять тысяч. Блин, ровно хотел. А вот эта вот фигня набивает очки, блин. Деревянный кусок говна, блин. О, смотрите-ка. Логотип находится прямо в том же самом месте, где находилось золотое яйцо на этом уровне. Но там было не золотое яйцо, а песочные часы. Если их сломать, то получим золотое яйцо. А здесь логотип хрома. И прямо в том же самом месте, где находилось яйцо. Теперь надо каким-то способом чаком попасть туда. Надеюсь, у нас это получится. И у нас это получилось. Но уровень, к сожалению, мы не прошли пока. Следующий, по-моему, на каком уровне? На втором? На втором, да. На следующей части на втором. Блин, да что такое? Фух.
Так, ну и сейчас мы с легкостью добьем. Так, вот камни бы эти повалить сейчас. Да блин. Блин. Первый раз я удачно вообще попал. Так, а вот и заключительный уровень первой части. Блин, как сразу двоих-то? Пониже как-то выстрелить надо. Так, вторая часть. И мы на первую мы 19 минут потратили. Надеюсь, что на следующие две мы потратим хотя бы столько же. Лучше меньше. Так, и на следующем уровне будет логотип Хрома еще один. А, он в той куче. Надо в динамит попасть. Эх, блин, не взорвалось нифига. Точнее, взорвалось, только не попал я туда. Может, Матильду отправить туда? Блин, как же попасть-то в ту кучу? Камушки застряли, не получается никак. Thank you.
блин, ну туда попасть-то не так-то просто еще. Ну-ка, туда нельзя попасть сверх с той стороны. Не, не попадешь туда с той стороны. Да, так просто не попадешь туда. Блин, ну как попасть туда, вот объясните мне, а? Так просто взрывом не взорвешь ты. Прочное стекло так просто не разобьешь. Если бы птичка бы, ну, бомб, долетел бы до туда. То могли бы попасть туда. Да блин, ну вот как попасть туда? Вот объясните мне, как? Как? Что-то какое-то прочное стекло вообще не ломается. Наверное, самое сложное... О! Наконец-то достал. Сколько же мы возились, чтобы достать эту фигню, блин. Ну и все. Долго мы возились с этим логотипом, блин. Не совсем так планировал сделать. Я хотел деревяшки вот эти попасть. Ну ладно, тоже нормально получилось сейчас. Уровень все равно прошли. Oh,
Блин, что-то уже сложно пошло немного. Арбузы, блин. Не что арбузы едят. Или может они их продают? Ух, хороший вопрос, как попасть в того свина? Никак. Какой-то у нас уровень. Шестой? Ковбой, блин. Так.
Логотип следующий на третьей локации находится, на третьей части точнее. Так что пока можно не волноваться о них. А вот здесь, по-моему, кстати, яйцо находилось золотое. И, по-моему, оно вместо динамита там было. Да, так и есть. Только что-то слишком легко попасть в него. А может, и не на этом уровне оно было. А, все, все сдохли, что ли? А зачем я запустил тогда? Ну ладно, хотя бы на взрыв посмотрим. О, вот здесь золотое яйцо находилось. Если с помощью Матильды вот сюда выстрелить яйцом, то получим яйцо, которое в меню яиц будет отображаться как мяч для регби. А не яйцо. Почему-то. Но здесь ничего не того, ничего этого нет. Клубничку делают и продают, наверное. Люблю клубничку. Жаль, что ягода очень редкая. Только летом можно поесть ее. Да, как будто куда-то туда вниз в тоннель уходит весь этот мусор. Так, попасть надо сейчас туда. Да, блин.
Какой это уровень, кстати? 14-й. Еще и со звездой, блин. Нет еще пока. Так, и на каком там последний логотип находится уровне? На 9-м? Блин, не туда. Отвернул курсор и не смог нажать. Ух, ничего себе мост какой, блин. Да блин, ну чё он не взрывается, а?
это всего лишь третий уровень, блин. Я чувствую, долго мы это будем проходить. Блин, а как этого? Да блин. Надо было сразу так, наверное, делать. Какой? Так, седьмой. Ой, господи, ты...
Да господи ты, боже мой, а. Блин, и как этого теперь? Это всего лишь 8 уровень. А, на следующем уже будет логотип. Интересно, где же он будет спрятан? Я не знаю. А, прямо здесь. Да блин. Да блин. Как бы так поточнее стрельнуть. Отлично. Прощайте закрытые уровни на эпизоде Chrome Dimensions. Все логотипы наконец-то собраны. Да господи. Ух, 51 минута уже, 52. Долгий выпуск. Очень долгий. Это выстрел.
Ух, наконец-то прошли этот долбанный уровень. Да. Какой это, кстати, уровень? 11-й? Уже немного осталось. Ух, час уже почти прошел. Thank you.
Наконец-то последний уровень. Ну и наконец-то бумс и все. Так, прошли наконец-то еще один эпизод, открыли все вот эти уровни. В следующей серии мы будем проходить эпизод Moon Festival. Ну что ж, на этом все. С вас, лайк, господи, писос, с меня эпичные видосы. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Я там часто выкладываю что-то интересное. Всем пока.